Прокуратура Ленинского района города Иваново поддержала гособвинение в отношении золотого грабителя. 25-летний мужчина обвиняется в хищении золотых украшений. Преступник, заметив на потерпевшем золотую цепочку, подбегал и резким рывком срывал украшения с шеи, а затем скрывался. С 29 июня по 8 августа были совершены 13 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. В ходе судебного следствия были заявлены потерпевшим исковые требования, сумма которых составляла от 2 тысяч до 40 тысяч рублей. Приговором Ленинского районного суда города Иваново Шамурадов осужден за совершение 13 преступлений, предусмотрено статьей 161 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденным.